В эпоху геополитического противостояния Молдова стремится стать точкой взаимопонимания и сотрудничества, и она может стать своеобразным мостом между Востоком и Западом. Об этом заявила председатель парламента республики Зинаида Гречана, выступая в Нур-Султане на пленарном заседании форума председателей парламента стран Евразии «Великая Евразия. Диалог. Надежность. Партнерство». Республика Молдова входит в две крупные экономические зоны свободной торговли – Европейского Союза и Содружества независимых государств. Это превращает нашу страну в выгодного стратегического и торгового партнера для всех государств, входящих в оба экономических блока. Уникальное географическое положение позволяет нам поддерживать взаимовыгодные связи как со всеми государствами Евразийского континента, так и Европы, планомерно работая над подлинным превращением Молдовы в своеобразный мост между Востоком и Западом. Смена власти в нашей стране и формирование новых руководящих органов придали международному сотрудничеству новый импульс, позволили вернуть Молдову в русло предсказуемой, прагматичной политики, направленной на достижение эффективных результатов. Спикер сообщила, что Молдова может многое предложить зарубежным партнерам, учитывая, что экономическое законодательство нашей страны одно из наиболее благоприятных для деятельности зарубежных инвесторов.